Сейчас покажу, как сметываются выточки. Вот такая выточка. Берем пальчиками вот так. Здесь у нас ограничение выточки по длине. Стоит обязательно беленькая вот такая вот полоска. Зафиксировали это ограничение. Находим рассечки. Совмещаем друг с другом рассечки. Рассечки нашли, совместили друг с другом. И ставим булавочку вот так. Посмотрели сюда, попали? Хорошо. Нет, значит, надо поправиться, чтобы попасть. Потом берем вторую булавочку, еще раз проверяемся. Видите, немножко не попало. Значит, сдвигаюсь, корректируюсь. Вот теперь попало. И потом третью булавочку вот так вот ставим. Здесь мы попали. Когда мы сделали три булавочки вдоль и убедились, что они у нас попадают туда, куда надо, я беру четвертую и ставлю ее перпендикулярно, потому что сметывать по булавочкам, которые стоят вдоль, мне неудобно. Приходится каждый раз отвлекаться на то, чтобы вытаскивать эту иголочку. Ну а сейчас все очень просто. Узелочек у меня есть. Маленькими аккуратными стежками на одну иголочку я нанизываю. И когда у меня доходит до конца, я делаю очень маленькие стежочки. Маленькие. Вот так. И никаких узелочков здесь не завязываю, закрепок никаких не ставлю. Отрезаю кусочек ниточки. Здесь узелочек, а в конце ничего нет. Вот такими приемами я пользуюсь для того, чтобы быстро все сделать. Вот эта выточка. У нее нарисована только серединка. Я ее хорошо вижу. По серединочке перегибаю. Я не рисую вторую сторону. Потом по центру. И от вершинки вниз небольшими стежочками, очень аккуратными, вот это все тоже заканчиваю. Так, и опять конец выточки, я ухожу меленько, меленькими частыми вот такими стежочками. И на одну иголочку я нанизала всю выточку. Все, вот так у меня быстро сметались эти выточки.